Что? Мы уже дошли? Ладно. Мы, походу, дошли уже, ребята. Оно резко как бы развернулось. Я, честно говоря, думал, наш путь будет намного больше. Значит, туда. Что это? Дельфины. Она определенно где-то здесь. Ну что ж, копаем? Думаю, да. Собачек я, пожалуй, оставлю здесь, наверху. Главное правило Майнкрафта — не копать под себя. Давайте нарушать это правило. Интересно, я на нужной высоте или нет? О, да-да-да! Мы уже здесь. Итак. Давайте я здесь разолью воду на всякий пожарный случай. О, да. Ну что ж, начнем путь. Ого. Весело. Что это? А, чешуйницы. Ах вы ж твари. Что это за место? Хлеб. Спасибо, спасибо, спасибо. Да. Спасибо, спасибо, спасибо. Ого, тут получается у нас шахта, которая очень круто выглядит, честно говоря. Мы уже нашли центр. Все. Дальше мы только побеждать будем. Мы уже нашли, и все. В принципе, мы можем проходить уже, но я здесь оставлю вот этих штучек. И мне кажется, нам стоит еще здесь походить. Ох, сколько тут книг, сколько книг. Здесь же явно крипер где-нибудь. Я возьму с собой. Честно говоря, я думаю, нам сноп сена уже не пригодится. Оставим его здесь. Тут сундуки. Прочность 3, острота 4, защита 4. Офигеть. Ладно, хорошая книга, честно скажу. Разумеется, надо взять основные вещи с собой. Тут, конечно, не очень удачно заспавнилось. Ну, вернее, наоборот. Шанс того, что так заспавнится, не такой большой, поэтому удачно. Но не очень это удобно. Спускаемся вниз. Не пугайте меня, пожалуйста. Так, здесь у нас очень интересно заспавнилось, честно скажу. Интересно, но страшно, так сказать. Неожиданно. Ох, ох, вас тут, елки-палки, много. Тут вы будете без конца спавниться, да? Скорее всего, да. Мне даже интереснее по этой шахте побродить, наверное. Нет! У нас есть не так много времени, чтобы туда прийти. Все вещи могут пропасть, просто пропасть, взять и пропасть. Поэтому мы очень быстро, надеюсь, сможем дойти до туда. А, доски, у меня даже досок нету, вот я молодец. Ну что, возьмем с собой то, что есть. А меч тут даже был. Лодку мы даже не можем скрафтить. Да что это такое, а? Быстрей. Отстаньте, пожалуйста. Мне надо как можно быстрее достигнуть. Все, бежим, просто бежим без оглядки. Пофиг на этих всяких зомби. Пофиг на этих барашков. Бежим просто. Хорошо, что я там внизу воду разлил. Так, куда-то туда, да? Здесь я был, я помню. Вот у нас там конь.
Здесь какой-то домик, смотрите. Даже это, возможно, корабль. Но нам он сейчас вообще никак не важен. Уф, надеюсь, там ничего не пропадет. Представьте, если пропадет. Честно говоря, это будет обидно очень. Там столько вещей. Вот я лошара. От крипера подохнуть. И главное, у меня же кровать с собой была. Я хотел там оставить кровать. Я правильно плыву или нет? В правильном ли я направлении двигаюсь? Вон меня там уже целая бригада поджидает. Повезло мне. А ты тут при чем, а? Ёбаный эндермен. Все-таки безопаснее по воде передвигаться. Мы дойти должны до поляны. Там была такая поляна. Я слышал звук трезубца. Мы здесь явно когда-то были. Похоже, мы двигаемся в неправильном направлении. Я разве так далеко плыл? Вопрос. Вот мне повезло, а. Я помню, я здесь был. Здесь я встретил свою первую ягодку. Вот она. Она снова меня выручает, надеюсь. Возможно, я даже не на том острове. Ну, возможно, это тот остров. Да, 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 я пробегал, я помню. А вот здесь что-то как-то странно. Тыквы? Я их не помню. Уже расцветает. Самое главное, не сдохнуть там. Снова. Нет, самое главное, спасти вещи, вот. Мы вышли к этой поляне, я так понимаю. Да. Прыжок веры. Сейчас надо вспомнить, где я был. Эх, лучше бы тут был хлеб, честно говоря. Лучше бы тут был хлеб. Я где-то взорвался. Где я был? Я сейчас умру просто. Просто умру. Вот они, вещи мои. Все, я все спас. К счастью. Ставим здесь кровать. Закрываем все тут. Все, точка установлена. Тут лава еще рядышком. Надеюсь, туда-то ничего не попадало. Но главное, что это рыбка целая. То, что не нужно, сложим сюда. Продолжаем игру. С того же места. Представьте, что ничего тут не было. Что, я просто продолжаю сейчас. Интересная шахта. Идешь, а тут такие книги. Я не знаю, будем ли исследовать мы полностью. Тут даже непонятно, где что, честно говоря. Мимо. Опа. Это да. Что там случилось? Вот вас я ненавижу. Ненавижу. Все. В общем, я не думаю, что тут можно как-то нормально так ходить. Я постоянно начинаю заблуждаться. Ну, в смысле, постоянно блужусь. Я не знаю, как это сказать правильно. Нет! Лишь бы не ты. Он идет, он идет. Что он делает? На самом деле у нас тут все разрушено из-за такого необычного спавна.
О, повозка. Здесь у нас... Ненавижу. Ненавижу. Уйди. Все, уйди. Так, понятно. Здесь, короче, ядовитые пауки у нас. К ним лезть вообще нельзя. Они хуже дракона. Так, у нас тут факелы самые важные. И золотое яблоко, разумеется. Ну, мы можем взять уголь, в принципе. Понятно. А, нет, умри. Да что у вас так много детей-зомби? Веселая комната. Еще веселее, когда рядом с ней так делаешь случайно. Компас и бумага. Не очень полезные вещи, конечно. Я здесь уже в 100 раз хожу-прожу, значит, замок кончился. Так, ладно, где главное здание? Нет, я здесь был... Ох, ёлки-палки. Повезло-то как. Опа, сундучок. А, да, точно. Интересно, я нашел сундук. О, что это такое? Уф, боже ж ты мой. Надо разобраться, где тут вот это вот здание. Я все время путаюсь. Так, там, я помню, комната с криперами. Здесь я тоже был. Вот этот сундук. Бумага, куча книг. Давайте книги возьмем. А у меня уже кончилось. Чего? Как я там строиться-то буду? Здесь я тоже был. Какого хрена? Ненавижу. Уйди отсюда. Ого, вот это действительно взрыв. Раз, два, три. Все, мы остались без света. Нам сюда не надо. Хорошо, куда нам тогда надо? Опять я здесь уже был. Что за лабиринт бешеный, а? Так, вот тут факел, главный факел какой-то. Все, вот оно. Именно здесь и нужно, кстати, нам разместить нашу кроватку. Не понял? Ты-то как откуда? Ай, тут же светло. Понял? Что надо? Будем разрушать? Да, будем. Это... Нам это... А, это слишком опасно. А, их все больше. А у меня лагает компьютер. А! Ой! А! Они действительно нам представляют опасность большую. Ай! Отойдите. Их все больше и больше, а? Я не знаю, их больше и больше. Они еще не кончились. Кроме того. Ага, вот тут уже есть половина. Все, больше нигде нету подставных. Я думаю, здесь безопасно. Еще желательно, конечно, вот так сделать. Тогда вообще безопасно. Итак, нам надо сюда перенести нашу кровать. И при этом не сдохнуть. Сейчас надо вспомнить, где наша кровать. Это тоже очень... О, алмазы! Повезло. Здесь не были. Нет, были. Короче, сюда не надо. Да что за нечисть отовсюду прет, а? Вы, наверное, даже лучше знаете, где находится все.
в этой крепости. Хотя она случайно генерируется. Здесь наша кровать. Фух, надо сейчас перенести эту кровать. Ну что, операцию начали? Нет. Переносим, переносим, переносим. Спецоперация. Спецоперация. А, нельзя, нельзя. Нет, только не в костер. Наверх, наверх. Я помню, что где-то сверху. А, нет, не так высоко. Все, я потерялся. Поздравляю с Новым годом. Куда? Здесь была лестница, я помню. Все, здесь где-то. Или нет? Все, вот здесь, да. Все. Я думаю, здесь безопасно. Правда, не знаю, насколько безопасно. Сюда, собственно, все складываем. Сейчас. Вообще все складываем сюда. Фух, сюда все складываем, да, все. Все, наши вещи в безопасности. Слушайте, на этом я хочу закончить нашу серию. В следующей серии мы, в общем, активируем портал, да? Он так называется, вроде бы. Да, активируем портал. И там построим мост и все, замочим нашего дракона. То есть это будет последняя серия, возможно. Или нет? Ну, в общем, посмотрим, как получится. Возможно, даже не последняя. И вот я хотел бы с вами попрощаться. Всем спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Ну а с вами был Супергирчик. И всем goodbye!